Всем привет, с вами Полли. Если вы являетесь фотостокером, сегодняшняя тема может быть вам интересна. Я буду вам рассказывать, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных фотостока в прошлом месяце. Если тема про фотостоки вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал Полли. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Motion Elements, PNG3 и 2020. На Motion Elements был хоть небольшой, но рост посещаемости в апреле на 0,21%. Но в свете того, что на многих фотостоках спад, даже небольшой рост, это уже, я считаю, очень хорошо. Общее количество посетителей 596 тысяч, процент отказов 37%, 5-6 страниц за визит, средняя продолжительность просмотра 4,5 минуты. По странам: Республика Корея 17,38%, Япония 9,5%, Таиланд 7,36%, Турция 7,34%, Бразилия 6,84%. Сравним с посещаемостью в марте. Республика Корея 18,5%, Япония 10,79%, Тайвань 7,64%, Бразилия 6,36%, Турция 5,84%. Мы видим, что в марте на третьем месте был Тайвань, а в апреле Таиланд. Турция и Бразилия поменялись местами. Республика Корея и Япония на том же самом месте. В целом топ вполне нормальный, показатели нормальные. Даже есть небольшой рост посещаемости. Я думаю, что на Motion Elements все нормально и стабильно. На PNG3 был спад посещаемости на 8,68%. Общее количество посетителей 12 миллионов 900 тысяч, то есть почти 13 миллионов. Процент отказов 43%, 4 страницы за визит. Средняя продолжительность просмотра 3,5 минуты. По странам: Индия около 9%, Индонезия 8,76%, США 8,5%, Бразилия 5,5%, Вьетнам 4%. Сравним с посещаемостью в марте. Индия 9%, Индонезия 8,22%, США 7,88%, Бразилия 5,88%, Вьетнам 3,79%. Мы видим, что топ стран остался точно такой же, но в целом большой спад посещаемости. Вот, больше, чем на 8,5%. Так что на PNG3 тоже какая-то непонятная ситуация, как и на многих других фотостоках. Но будем наблюдать за ними дальше. А 2020 это тот фотосток, если вы помните, если вы смотрите регулярно, там постоянно падала посещаемость и, наверное, или вообще уже сток практически не функционирует, но сейчас у них закрыта именно аналитика по странам. Из того, что я собрала, был спад посещаемости в апреле на 10,92%. Общее количество посетителей 28 тысяч. Для фотостока это очень мало. Процент отказов 77, почти 78%. Даже тут сказано меньше одной страницы за визит, то есть, скорее всего, боты какие-то заходят. И средняя продолжительность, ну вы видите, наверное, сток уже скоро, скорее всего, закроется. Так что 2020 это моя субъективная как бы рекомендация, не надо тратить на этот сток свои ресурсы, свое время. Это сток на данный момент бесперспективный. Пишите, пожалуйста, в комментариях, торгуете ли вы фотографиями, вектором, иллюстрациями, видео на этих фотостоках или на каких-то других. И что вы думаете вообще о фотостоках и конкретно об этих, которые мы сегодня обсуждаем. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!